Этот участок дороги на Калинина стал поводом споров среди химчан. Транспортная проблема разделила жителей на два лагеря – за автобусную остановку и против. Все началось полгода назад, когда в администрацию обратилась инициативная группа. Просили сделать дополнительную станцию для маршрутов номер 3 и номер 345. Сейчас нет ни одной остановки на Калинина. Было собрано около 600 подписей, около 2000 проголосовали в интернете. Считаю, что остановка нужна, потому что встречала много людей с ограниченными возможностями, то есть на костылях, там бабушек, которым, ну, действительно, вот это расстояние через парк, оно является, ну, просто непреодолимым. Наталья живет здесь 5 лет. Чаще всего пользуется маршрутом номер 3, чтобы посетить поликлинику вместе с 5-летним сыном. Либо идем до станции, либо идем до улицы Маяковского, вот до Мелодии, и оттуда едем на тройке. Насколько это энергозатратно? С ребенком, с маленьким, энергозатратно, потому что не всегда он в настроении, не всегда может пройти. Дополнительная остановка даст возможность уехать в Новые Химки быстрее и не пересекать для этого сквер Юбилейный. Но есть и возражения. Это лишний раз будет газовать, лишний раз будет выхлопа. Зачем? Здесь жилой дом. В социальных сетях мнения тоже разделились. Одни голосуют за остановку, другие опасаются вырубки деревьев и что она нанесет ущерб придомовой территории. Эти вопросы мы задали представителям администрации. В соответствии с предписанием экологических служб, соответственно, эти деревья признаны зараженными и подлежат вырубке. Поэтому в плане экологии никаких изменений не произойдет в худшую сторону. На месте старых деревьев посадят новые. Новая остановка, отмечают чиновники, придомовую территорию также не заденет. Правда, жители сомневаются в месте для будущей стоянки транспорта. Можно буквально перенести чуть-чуть за фитнес или где-то сюда. Все были за это. Но почему-то именно сюда. Очень неудобно. Но другого варианта расположить остановку нет, отмечают власти. К сожалению, с той и с другой стороны располагаются объекты коммуникаций подземных. Допустим, дальше туда, к Карене, располагается подземная камера тепловая. Пока проект на стадии обсуждения. Появится ли остановка, вызвавшая столько споров на улице Калинина, покажет время.